Хочу поздравить Иноземцева Александра Александровича как генерального конструктора и весь ваш творческий коллектив с безусловной победой. За почти 30-летнюю историю нашего двигателестроения такого события, которое мы имеем сегодня, не было. Это создание нового нашего двигателя PD-14. Создание высокотехнологичных товаров, конкурентоспособных на внешнем рынке, сегодня это главная тема выездного заседания Президиума Госсовета по импортозамещению. Как успешный пример такой работы – новый авиационный двигатель. Он создан пермскими авиаконструкторами и в начале ноября прошел испытание в летающей лаборатории на базе Ил-76. Уже в следующем году свой первый полет с таким двигателем должен совершить новый отечественный суперлайнер. Хочу поздравить Иноземцева Александра Александровича как генерального конструктора и весь ваш творческий коллектив с безусловной победой. За почти 30-летнюю историю нашего двигателестроения такого события, которое мы имеем сегодня, не было. Это создание нового нашего двигателя PD-14, который изначально планировался к
как базовый для нового нашего самолета МС-21, но фактически он предусмотрен для всей линейки нашей авиации, найдет свое применение, уверен, и на газоперегачивающих станциях, и на других объектах, где необходимы такие агрегаты. Это позволит нам обеспечить тяжелые вертолеты, в том числе заместить украинский двигатель на Ми-26. Двигатель уникальный, такого в мире больше нет. Мы сделаем гораздо более эффективный и гораздо более мощный двигатель, не меняя самого вертолета. Секрет успеха в агломерации большого количества предприятий. К тому же, действительно уникальное производство государство обещает поддерживать специальными программами. Например, налоговыми послаблениями и 5% целевыми займами, которые Фонд развития промышленности уже выдает на условиях софинансирования. Кроме того, начал работу российский экспортный центр, который как раз помогает выходить отечественным производителям на внешние рынки. Открытое акционерное общество «Пермский моторный завод» находится в Перми. Предприятие основано в 1934 году. Сейчас на нем работают 11,5 тысяч человек. Их средний возраст – 43 года, а средняя зарплата – 27 373 рубля. Завод серийно производит газотурбинные двигатели для авиации и промышленные газотурбинные установки для электроэнергетики и транспортировки газа. Наш завод – ведущее предприятие отрасли авиационного двигателестроения. На каждом втором самолете, сделанном в России в 2011 году, установлены наши двигатели. Наши двигатели установлены на лайнерах президента России. Использование нашего комплекса позволит повысить ресурс двигателя примерно на 20%. За 5 лет после вхождения Пермского моторного завода в состав госкорпорации «Ростехнологии» в холдинг «Оборонпром» количество сотрудников увеличилось с 7600 до 11500 человек, а средняя зарплата выросла почти в 2 раза и составила 27 373 рубля. Половина российского рынка газотурбинных установок принадлежит нам. Сегодня в мире работает свыше 600 газотурбинных установок, которые сделали мы. Мы выпускаем 12 типов газотурбинных установок для перекачки газа и выработки электроэнергии мощностью от 2,5 до 25 мегаватт. Мощность всех газотурбинных установок, выпущенных нами, больше мощности братской ГЭС. Мы главный поставщик установок для транспортировки газа на крупнейших газопроводах России. До 2020 года планируется расширить серийное производство авиационного двигателя ПС-90А всех модификаций и освоить новые виды продукции. Авиационный двигатель 5-го поколения ПД-14 для самолета МС-21 и газотурбинной установки на его базе. Благодаря этому выручка предприятия к 2020 году должна удвоиться и превысить уровень в 30 миллиардов рублей.